Самые хорошие лекари – это домашние животные. Сколько мы ходили с Рокси, она пробегала мимо этой травки, мимо. Но вот, наверное, наступил день, когда ей нужно немножко подлечиться. И она вот уже второе утро останавливается здесь и ест травку. Вот эту травку. Я ей не мешаю, даю вдоволь, как говорится, подлечиться, насладиться, пусть занимается. Значит, что-то ей в организме не хватает или нужно почистить желудок. Я вот знаю, когда раньше были собаки, они ели травку вот такую, а потом у них было отходила желчь там или что-то такое. Вот. Чистить желудок, это они так. Вот, значит, ей тоже нужно почистить. Что-то выбирает, не все. Что-то выбирает, ест. Профессор ты мой медицины. Я ее еще подстригла немножко, чтобы ей не так жарко было. Малахов Геннадий Петрович. Рокси, ты у меня в травах разбираешься. Ты там это, цикорий, что ли, уже начала есть, что ли? Я не могу с этой малявки. Ладно, давай ешь. Выздоравливай, что там у тебя? Желудочек, наверное. Ну, вон сколько этой травки. Ищет, что-то ищет. Не все подряд. Так что порой нужно наблюдать за животными, за собачками своими. Может быть, и нам какая-то польза будет от этой травы. По-моему, эта трава должна быть называться смыть. Но вот здесь, в Крыму, я не знаю, как. Вроде бы отличается от питерской. Но это надо все читать, надо все узнавать. Рокси ж не расскажет. Ну, так старается, ест. Ладно, Роксик, давай, поправляйся. Да, она вообще-то не болеет, ну, мало ли что. Профилактика.